Привет! Это канал Джон и Ева, я Джон. Я Ева. Я из Канады, вот Ева из Москвы, из России. Снимаем мы из Москвы, но мы хотим объявить путешествие. Очень часто нас спрашивали, почему вы не поехали в Европу. Ну, почему мы не поехали в Европу? Ну, потому что мы уже пересекли Тихий океан из Африки в Южную Америку, и мы хотели пересечь Атлантический океан, чтобы, так сказать, замкнуть круг кругосветки. Ну, изначально, например, почему мы не поехали в Европу? Ну, потому что это близко, это доступно, и лучше поехать, мне кажется, в Монголию было. В Европу мы всегда успеем съездить. Вот так. Да, я бы уже много была в Европе, я совсем чуть-чуть, но мы знали, что это так рядом, и вы сами знаете, если вы смотрели билеты из Москвы до любой точки в Европе, вот реально там... Меньше, чем за $300 можно туда-обратно, а иногда и за $100 можно туда-обратно. Соответственно, вот мы знали, что доступно, и в связи с тем, что это настолько доступно, мы собираемся в Европу прямо скоро. Мы 10 октября отправляемся в Европу. Сейчас покажем приблизительную карту маршрута. Это, конечно, может меняться, но мы знаем одно точно, что мы едем на конференцию полиглотов. Это будет с 26 по 28 октября. И да, если вы хотите приехать, вы еще можете успеть записаться. Это в Любляне, в Словении. И будем рады видеть других людей, которые любят языки и изучение иностранных языков. И да, что дальше? Ну, мы вот... в этот раз поедем на машине. Никакого автостопа, я надеюсь. Ну да, но не собираемся автостопом ездить. И что еще? Ну мы оставили Европу на десерт, получается, да? Типа того, да. Ну, другое путешествие, другой вид путешествия. Если у вас есть рекомендации, если вы живете в Европе, вы хотите нас, например, пригласить к себе или увидеться, я не совсем уверен, что мы будем прямо устраивать встречи везде, но, ну, наверное, не везде точно не будем, но, может быть, где-то получится, если мы будем... то это будет на нашем Инстаграм-канале, так что следите там за постами и за сторис, потому что там будем вести все. Самые свежие обновления. Будем снимать и на русском, и на английском. Вот, может быть, кто-то из вас уже понял, у нас есть еще английский канал. Так что посмотрим, как все пойдет, но будем как-то чередовать английский, потом русский и так далее. Вот, еще если есть предложение о сотрудничестве, то пишите, мы будем очень рады. Да, если еще про конференцию полиглотов, если у вас есть какие-нибудь идеи, вот мы снимали уже одну конференцию полиглотов, что бы вы хотели видеть или что мы должны спросить у иностранцев, которые знают русский, я думаю, что это было бы очень круто, пишите в комментариях. И я хотела бы успокоить тех наших подписчиков, кто переживает, что в связи с тем, что у нас появился англоязычный канал, мы забудем про русскоязычный, это не так. Мы планируем и дальше продолжать вести наш канал. Джон и Ева, нам очень нравится вести наш канал. Вот, но мы будем теперь думать, как нам совмещать в нашей интернациональной семье два языка, как нам делать так, чтобы и наша русскоязычная аудитория была в курсе того, что происходит в нашей жизни, там, в данном случае в нашем путешествии в Европе, и чтобы англоговорящая аудитория, которая у нас только-только появилась, но уже, кстати, перевалила за 70 тысяч, вот, они тоже страшно интересуются нашими путешествиями и просят все как-то в доступной форме предоставлять. Так что мы будем думать, как это совмещать, но мы ни в коем случае не хотим забывать про вас, дорогие наши подписчики. Вот, так что следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на наш Инстаграм и хорошего нам путешествия в Европу! И ставьте лайки! Пока-пока! Все, до скорой, пока!